За моей спиной одна из жемчужин архитектуры 19 века в Одессе – Воронцовский дворец. После нанесения ракетного удара взрывной волной нанесен ущерб. Выбиты стекла, пострадала лепнина, кровля. Я хочу еще раз сегодня обратиться к мировому сообществу, к международной организации ЮНЕСКО о внеочередном рассмотрении вопроса и принятии нас, Одессы, во всемирный список ЮНЕСКО. Это нам необходимо для того, чтобы сохранить наше культурное наследие не только для города Одессы, но и для всего мира.